Как ненавязчиво рассказать молодежи о важных вещах, только включив их самих в увлекательный диалог? Форум толерантности, понимания, уважения, доверия в Воронеже проходил впервые, но организаторы оказались на высоте, попав в точку с программой мероприятия. Использовав модную форму телевизионных ток-шоу, ведущие 4 тематических площадок вовлекли участников в жаркую дискуссию. Говорили, например, о толерантности по отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья. И тут о своей работе с детьми с ментальными нарушениями рассказали педагоги Воронежского областного реабилитационного центра «Парус надежды». На другой площадке речь шла о терпимости к представителям различных молодежных субкультур. А самый серьезный диалог вели участники ток-шоу, темой которого стала «Национальная толерантность». Экспертом выступил заместитель председателя Национальной палаты при губернаторе Воронежской области профессор Газибек Магомедов. Он выбирал номер вопроса и давал на него развернутый ответ. Третий давайте. Как могло случиться такое, что в стране, победившей фашизм, населенной одним из самых дружелюбных и терпеливых народов, эта тема могла стать вновь актуальной? Фашизм – это исключительно беспредельный, я бы сказал, национализм. Когда на государственном уровне возникает, именно это и происходит. Я могу сказать следующее. Вы до недавнего времени очень хорошо слышали лица кавказской национальности. Все беды русского народа были связаны с кавказцами. И в самом деле через Кавказ хотели развалить Россию. И в первую очередь русский народ, как объединяющиеся народы России. Это было, но винили в чем? Национальность, религия, ну естественно, кавказской принадлежности. И вдруг у нас что случилось? Один и тот же народ, одна вера, уже куда ближе и так далее. Начался вот такой-то, я бы сказал, началась такая трагедия. Здесь именно внутренний национализм. То, что национализм начался в Грузии. Гамсахурдия первый объявил, что грузины и остальные люди, в том числе дагестанцы, 3 села вынуждены были как-то сохранить в горах и так далее и тому подобное. Развалилось, по сути дела, на разные республики. Что случилось в Югославии? Именно там национализм на государственном уровне власти развалились в Югославии. И такая же проблема будет с Украиной. Поэтому мы должны все понимать, не дай бог в России это будет такой крайний национализм и так далее. Всему миру мало покажется. Поэтому я считаю, это как раз в первую очередь внутренний национализм, националисты, которые специально подкупались мировым капиталом. Посмотрите, Вторая Отечественная война, 41 год, какой рост экономики Советского Союза, процветание, мы были все советскими, не было другой национальности. И начинается война, чтобы Союз развалить. Дальше развалили Союз, дальше хотят Россию развалить, потому что мы все должны быть эмиратами по уровню жизни, потому что у нас богатство столько много, каждый из нас должен богатейшим человеком мира быть. Если мы поймем, осознаем, что без друг друга мы жить не можем. И вот это как раз в Украине создается эпизод, я бы сказал, трагический, чтобы развалить Россию, а не просто чисто касается Украины. Злободневную тему тут же подхватили участники площадки. И после Второй мировой войны такой известный Ален Даллес, да, выпустил документ, как уничтожить советскую нацию. И он там прописал. Он прописал то, что мы уничтожим советскую нацию изнутри. Мы подменим их культуру, вот, и внесем в их культуру пошлость и так далее. Вот сейчас все это на самом деле происходит. Они подменяют нам культуру, нашу культуру, независимо от того. Ведь Россия – это многонациональное государство изначально. Многие народности, которые проживают на территории страны, это их историческая родина. Почему, когда была Вторая мировая война и выиграл ее народ? Потому что не было деления такого. У всех было одно общее дело. А сейчас каждый, извините меня, старается перетянуть одеяло на себя. То, что один народ хочет говорить, что мы главные, а другой говорит, хочет себя как-то прибавить. Поэтому актуальна вот эта тема сейчас этой толерантности. Нужно прийти к тому, чтобы мы все делали одно общее дело. Вопрос эксперту задавали все желающие, а затем оценивали с помощью цветных карточек, убедил ли оратор присутствующих или нет. Синий цвет означал поддержку. Как вы пообщались с аудиторией? Получилось донести то, что вы хотели донести вот по тем вопросам экспертам, по которым вы выступили?
Спасибо. Ну, мне, во-первых, было очень гордо и счастливо, что есть такая возможность пообщаться с молодежью. То, что мы проводим работу в Национальной палате в плане того, чтобы гармонизировать межнациональные, межконфессиональные отношения, а сегодня уже в реальном примере продемонстрируют и возможность взаимодействия с молодежью. Ну, по крайней мере, то, что единогласие было и разъяснение, почему такое у нас единение и так далее, все, в общем, целом убедило меня. Все-таки они меня услышали, и мне дают уверенность, что мы идем все-таки в правильном направлении. Надо работать почаще с молодежью и непосредственно советоваться с ними, как нам дальше жить. Это, я думаю, получилось. И очень здорово, что такую, я бы сказал, мощную конференцию, форум, который организовало наше правительство. Им всем большое спасибо, организаторам. Эксперты работали на всех площадках форума, обобщая и анализируя мнение участников по вопросам толерантности. Важные выводы сделал специальный гость мероприятия. Мне кажется, что это было полезно, потому что, с одной стороны, молодежь, которая участвует в форуме, она услышала какие-то очень важные вещи, уже жизнью апробированные. С другой стороны, сами молодые люди подняли проблемы, которые их волнуют. И вот этот стык решенного и нерешенного, это попытка преодолеть противоречия, выработав кодекс нормального, интеллигентного поведения, он очень важен. И я считаю, что мы этого здесь на форуме в известной степени добились. Потому что всегда были, есть и будут люди непримиримые, люди, которым неизвестно чувство толерантности. И мы заинтересованы в нашей стране, чтобы людей толерантных было больше, чем людей с острым чувством неприятия кого бы то ни было. И форум служит этому. Сразу проблемы решить невозможно. Их возможно решать постепенно, воспитывая интеллигентность, образованность и в связи с этим толерантность. Большая работа форума толерантности Центрального федерального округа «Понимание, уважение, доверие» шла в течение всего дня. В завершение участники вновь собрались в одном зале и поделились своими наработками. Первый блин не оказался комом. Напротив, опыт Воронежа теперь можно смело продвигать и на федеральный уровень. Но однозначно удачным является формат проведения этого форума. Этот формат очень релевантен целевой аудитории основной, молодежи. Он демократичен, он динамичен. Мне кажется, именно так это и должно быть. Если говорить о том, что бы хотелось добавить, даже не так, что бы мы хотели добавить сюда, мы были бы очень рады действительно поделиться своим опытом и передать коллегам какие-то технологии, которые мы используем на своей площадке, которые себя зарекомендовали как успешные. Мы просто с радостью бы сделали это. Если в следующий раз вы нас пригласите, мы с радостью приедем. Я бы еще добавил то, что такой форум должен стать федеральным. И спасибо Воронежу, что они внесли инновацию в создание такой площадки для диалога. То есть можно сказать, что в других регионах подобного, в принципе, не проводилось? Как я видел, нет, проводится, но это точечно. И проводится немного не так, да? Нет вот инновационности. Это, мне кажется, очень ценно. И мне кажется, вот этот форум должен быть, если хотите, вот очень, не очень толерантное слово сейчас будет, шаблоном для проведения аналогичных форумов в других регионах. И я соглашусь с Александром про то, что это должно быть федеральным.